Прямо напротив офицерского собрания в 1889 году было построено здание общественного собрания с театральной залой. Теперь благовещенской публике совсем уж некогда было скучать. Мужчины приезжали в собрание поиграть в карты и на бильярде, женщины похвастаться нарядами и посплетничать, на балах представить своих дочерей, барышень на выданье. Прекрасный театральный зал привлекал артистов со всей России, и оперы, драмы, водевили, бенефисы заполонили Благовещенск. Из воспоминаний актера и антрепренера Тальзатти. Город весьма интересный, с оригинальной, так сказать, физиономией. В театральном отношении представляется явлением достаточно неожиданным. Уже несколько лет существует в нем каменный трехъярусный театр. Хорошая сцена, приличные декорации. Каждый год театральный сезон, а в истекшем сезоне два театра. Две труппы – оперно-опереточная и драматическая. Драматическая, правда, погорела через два месяца, а первая продержалась без убытка. Относительно репертуара впереди других городов. Кроме карточной игры и балов, иногда в городе развлечений не было. Много дней подряд актеры ставили один и тот же спектакль, но публика собиралась неизменно. О Благовещенске того времени Перестяне вспоминает, цитируя Гоголя: «Хоть три года скачи, ни до какого государства не доскачешь». Актер считал, что город был мертвенно скучен. Именно поэтому дела театральные шли здесь очень хорошо.